Старая теплотрасса и большая удаленность котельных от микрорайона Бахчеванжи. Головная боль коммунальных служб городского округа. На выездном совещании руководство Министерства энергетики Подмосковья, Министерство ЖКХ и Министерство обороны побывали на котельной Чкаловского гарнизона. Она отапливает половину улицы Беляева. Проверяющие оценили состояние оборудования, в том числе водогрейных котлов. Сегодня проведена достаточно большая работа по подготовке этих котлов. Они прошли капитальный ремонт. Также сетевые агрегаты, насосы поменены. И сегодня готовность стопроцентная. Сейчас разыгран контракт энергосервисный. Здесь будут заменены и котлоагрегаты будут стоять абсолютно новые. Здесь и насосные группы тоже будут стоять абсолютно новые. Комиссия проверила техническое состояние котельной. Определены шаги, которые администрация городского округа и Министерство энергетики должны сделать, чтобы не допустить понижения температуры в квартирах. В недалеком будущем в микрорайоне будет построена своя котельная и переложены сети, что окончательно решит проблему теплоснабжения. Со стороны администрации сейчас ведется работа по проектированию котельной. Она уже проведена, проект прошел государственную экспертизу. В следующем году будет проектирование тепловых сетей и реконструкция 4 центральных тепловых пунктов, которые находятся на Беляево. Специалисты ведут мониторинг работы тепловых сетей в микрорайоне. Для этого в администрации округа создан штаб, в котором есть представители Министерства обороны. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.